Пример, как не надо делать велосипеды. Очень легкая рама Genesis. Офигенный облегченный сплав. Вообще ничего не весит. Разборная система шатунов. Старенький DURX-T работает вообще идеально. Усиленные дропауты кованые. И тормоза. Обратите внимание, какое количество тяг. Это Dior LX. То есть один такой комплект стоит на данный момент 1003. Очень все легкое. И наколхозили. Поставили удлинитель штока. Поставили вынос вот такой вот колхозный, руль какой-то прямой. То есть велосипед смотрится настолько убого, насколько это возможно. Но при этом вот сделать из него спортивный велик гоночный и поставить хорошую вилку — вообще будет огонь.